Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Мистических и малоизведанных практик, которые помогают человеку достигать сверхъестественных способностей. Здесь монахи могут стоять на двух пальцах рук. Пятилетние дети поражают физической подготовкой. Они будто спецназовцы. В Поднебесной даже самое уязвимое место мужчины смогли сделать прочнее стали. Сегодня мы познакомимся с еще одним сверхчеловеком – господином Цао. Он один из последних мастеров тысячелетней традиции, которая передается из поколения в поколение – огненного фейерверка. Его создают исключительно вручную, подбрасывая расплавленный металл температурой 1600 градусов по Цельсию. И все для того, чтобы создать для людей настоящий праздник. А как называется такой салют? Железный цветок. Железный цветок. Вот так, друзья, такой необычный салют. Я так понимаю, здесь будут зрители вечером, да, эта сцена? Да, через несколько часов начнется шоу. Наше шоу состоит из нескольких частей. Артисты поливают расплавленным металлом дерево. Бросают его в бетонную стену. У нас даже есть мастер, который бьет по металлу голыми руками. Вы сказали, голой рукой в раскаленный металл, это возможно? Да, сам увидишь. Расскажите, какой принцип, как это чудо происходит? Как можно металл трогать голыми руками? И как салют из него сделать? Пошли, все покажу. Так вот, друзья, как всегда, мы заходим с изнанки и увидим то, что обычный зритель никогда не видит. Вот так все скромно. Подсветочка, фонарики, сцена, красный старый коврик. И такая бетонная стена впереди. Именно в эту стену мы бросаем расплавленный металл. Ну что, идем за кулисы. Самое интересное. Рассказывайте принципы, секреты. Делитесь с нами. На самом деле выглядит тут все так примитивно, да? Какой-то бетон, какие-то горшки с углями, что-то греют. Но вот это все готовится фантастическое шоу, равного которому в мире нет. О, вот вижу, какая-то печь, что-то жарится. Мужики, добрый день. Дима, вас как зовут? У. Очень приятно. Меня зовут Янь, а я Мын. Все железные люди. Они занимаются растопкой котла, чтобы расплавить металл. Вот того котла. Вот эта установка такая стоит, и здесь плавится металл. До какой температуры вы это все разогреваете? 1800 градусов. 1800 градусов. А что же вы используете? Уголь так не разогреется. Мы топим каменноугольным коксом. Вот, друзья, используется кокс. Такое и у нас в шахтах тоже добывают. Вот он может разогреть металл до такого состояния, что железо становится жидким. Кто это вообще все придумал? Откуда такая технология? Откуда этот секрет? Его придумали обычные кузнецы, которые делали оружие для императорской армии во времена династии Сун в X веке. Тогда на севере Китая жили в основном бедные люди. Порох для фейерверков для них был очень дорогим, практически недоступным. Местные кузнецы заметили, что брызги расплавленного металла при ударе о твердую поверхность разлетаются на мелкие частички. Искры зрелищно летят во все стороны. Так и был придуман железный фейерверк. Это наш ответ пороховому фейерверку. Железный фейерверк. То есть не было денег на порох, но порох в пороховницах есть и смекалка есть, поэтому додумались и сделали не хуже, да? Даже лучше. В моей семье уже 5-е поколение подряд занимается этим искусством. Вам сколько лет, если не секрет? 55. 55. И мужики все, в принципе, взрослые. Молодежь уже не хочет таким заниматься? Это работа с очень высокой температурой. Многие обжигаются. Поэтому молодые не хотят учиться. Слишком опасно. Понятно, что опасно. 1600-1800 градусов. А ваши дети, например, хотят такому учиться? Нет, у меня две дочки. Вы не разрешаете, понятно.
Поэтому наша задача не просто делать яркое шоу, но и привлекать людей к изучению этого искусства, чтобы оно не исчезло, сохранить древнюю традицию. Кстати, друзья, нематериальное наследие ЮНЕСКО, официально признанное. Вот, поэтому это действительно уникальное явление. Можно поучаствовать? Поработать? Рискнуть собой? Рискнуть ожогами? И прикоснуться к этому тысячелетнему мастерству? Можешь попробовать. После тренировки посмотрим, брать тебя в шоу или нет. Спасибо огромное. Большая честь для меня. Ну что, с чего начинаем? Сначала тебя нужно переодеть. А, у меня одежда неподходящая, оказывается. Здесь нужна спецодежда, чтобы не сгореть. Как у сотрудников пожарной службы. О, мужчина, здравствуйте. Как вас зовут? Ван. Ван. Я смотрю, у вас очки, как у лыжника. Это тоже, чтобы в глаза металл не попал? Да, они защищают глаза. Жилетка – это из овчины? Да, овчина. И что, овчина защищает от раскаленного, расплавленного металла? Конечно. Так, штаны у тебя вроде бы нормальные, не прожжет. А вот куртка понадобится еще одна, когда будешь с металлом работать. Это сгорит. Хорошо, я вас слушаю и повинуюсь. Как вы думаете, есть риск ожоги получить? Конечно, есть. У нас все актеры в шрамах. Вот, у меня все руки в мелких точках. Надень очки. Так, отлично. Все, я как лыжник теперь. Неужели, опять же, вопрос, металл температурой 1600 градусов практически не расплавит лыжные очки? Это же пластик, это не стекло. Может, но если правильно все делать, не должно. Я смотрю, у вас тут куча дров и батареи, старые радиаторы. Вы что, используете радиаторы как материал? Да, плавим их для шоу. Вот так, друзья. Поэтому здесь, в холодных местах, батареи, даже старые ржавые, ненужными не бывают. Их плавят и делают салют. Так, что по подготовке? Вы мне выдали очки, выдали овчину. Вы знаете, вот, честно говоря, овчина меня очень удивляет, потому что современные пожарные службы используют костюмы огнеупорные. Гонщики Формулы-1 используют костюмы, в которых тело не горит. А это, по сути, ну, обычная шкура. Неужели она надежнее, чем современные технологии? Не надежнее, но хорошо защищают от искр. Обычную одежду искры прожгут до дыр, а по овчине скатятся вниз и все. В ней не сгоришь. В огне не горишь и не плавишься. Проверим сегодня. Идем сначала на тренировку. Итак, сейчас мне предстоит научиться древнему мастерству, главный принцип которого – плескать о стену расплавленный металл, который горячее лавы. При этом испепеляющие искры будут взрываться прямо у меня над головой. Ну что ж, посмотрим, достоин ли я звания Железного Человека. Итак, как происходит все? Давайте поэтапно. Вот я вижу ведро, в нем вода и ложка. Ложка из чего сделана? Деревянная. То есть вы хотите сказать, что если деревянную ложку погрузить в раскаленный металл жидкий, она не горит? Горит. Ну то есть это одноразовые ложки? На сколько шоу хватает одной ложки? На одно, на два? Даже на одно выступление не хватит. Максимум 10 раз подкинуть. Одноразовые деревянные ложки, потому что ими нагребают раскаленный металл. И ложка сгорает. Но если бы мы взяли металлическую ложку, то она просто расплавилась бы в металле. А почему вы мне воду налили? Потому что бросать жидкий металл – это очень опасно. Поэтому тренируются у нас с водой. А, то есть, друзья, сейчас мы представляем, что это не вода, а раскаленный металл. И я его разбрызгиваю и делаю салют. Вот сейчас мороз, видно, что вода подмерзает. Даже холодной водой обрызгаться неприятно. А если на тебя металл капает 1600 градусов, это вообще, наверное, жесть. Именно поэтому сначала ты учишься на воде, чтобы сразу не обжегся. У нас строгая техника безопасности. Строгая техника безопасности, друзья, вы видите, овчина и пластиковые очки надежно защищают. Если у тебя сейчас хорошо получится, дадим тебе расплавленный металл и сможешь поучаствовать в шоу. То есть это, можно сказать, экзамен? Если я с водой не пройду, вы не допустите меня на шоу? Конечно, нет. Ничего себе. Вот, друзья, теперь мне еще азартнее стало. Показывайте как. Смотри, становишься в такую стойку. Левая нога вперед, правая назад. Вот таким движением набираешь воду и брызгаешь вверх. Попробуй. А зачем две ложки? Нужно две держать или одну? Две ложки нужны для равновесия.
и чтобы брызгать сильнее и выше. Вы знаете, мне просто, когда я слышу «стойка», я вспоминаю танцы со звездами, и мне страшно. Стойка нормальная, правильная, красиво? Нормально. Нормально, да? Только ближе подойди. Теперь набираешь воду, правой ногой отталкиваешься, поворачиваешь корпус и брызгаешь вверх. Набираю воду вот таким движением и... Да, молодец! Левой рукой тоже делай размах. И... раз! Представь, что это металл. Если ты допускаешь ошибку, ты в больнице с сильнейшими ожогами. Не отводи правую руку назад, это опасно. Набирай в ковш и сразу вперед на стену. Внимательно наблюдаю. Смотри на правую руку. И еще, держи ложку ровно, чтобы ничего не вытекло. Представь, что это металл. Я понял, кажется, принцип. Да, вот так лучше. При кажущейся простоте процесса все рассчитано до микродвижений. И даже малейшая ошибка может стать фатальной. Я уже почувствовал несколько капель воды, которые попали на меня. Будь это металл, сильнейший ожог гарантирован. Поэтому перед тем, как пройти огонь, новичок обязан пройти воду. Четыре. Делаю, друзья, это я представляю, что это жидкий красный металл с температурой более 1500 градусов. С ложкой и водой я упражнялся где-то 20 минут. И только после этого шеф вынес свой вердикт. Сейчас лучше? Допускаете или нет? Да, могу разрешить. Но помни, это на твой страх и риск. Ты можешь получить ожог. И учти, если хоть раз промахнешься или обожжешься, мы тебя сразу прогоним со сцены. Даем одну попытку. Спасибо. Прямо во время шоу можно, да? Да. Я так понимаю, вы мне доверяете самую простую миссию, да? Нет, не самую простую, а самую безопасную в сравнении с другими. Но даже тут ты можешь обжечься. Обжечься? Как обжечься? Что я могу себе обжечь? Чаще всего обжигают затылок. Это как будто проткнули кожу. О, а лицо не повредишь? Про ведущих говорят, они лицом работают. Не хочется шрамы здесь просто себе. Если будешь все выполнять, как мы сказали, шрамов не будет. Самое главное, держи ложку ровно и брызгай прямо на стену. Не бойся и не ошибайся. А вот если прольешь себе на ногу, прожжешь ее, будет очень серьезный ожог. В общем, друзья, я, кажется, все-таки сумасшедший. Только ради вас я на это соглашаюсь, чтобы вы увидели мир наизнанку. Ну, я уже согласился. Пацан сказал, пацан сделал, как говорится. Все, участвуем. Идемте смотреть все этапы подготовки. Шоу начнется через 1.5 часа. Мы начинаем готовить рабочие инструменты. Итак, смотрим, друзья, все оборудование для супершоу. О, а вот эти ложечки, друзья. Видите, их очень много здесь, потому что они одноразовые. Здесь разные виды ложек. Ложка, которая у меня в руках, для того, чтобы брызгать на стену. А у тебя ложка, чтобы брызгать на дерево. Вот этой ложкой набирают металл, а другой подбивают ее. Вот так. А, вот так вот. Еще одна технология. Другая ложка, в ней меньше емкость, набирается раскаленный металл и идет удар. Я так понимаю, такое вы мне не позволите. Нет, тебе нельзя. Рановато, рановато. Тут очень легко обжечься. Сегодня мы еще будем использовать вот такую большую лопату. Она для номера, где будут выступать два актера. Один подбрасывает жидкий металл, а второй лопатой отбивает. Елки-палки, представляете, один подбрасывает металл, другой в воздухе по нему бьет. Фантастика. Вот самая главная часть подготовки шоу за сценой. Вот именно здесь растапливается металл. Вот в этих горшках металл, да? Нет, металл мы забрасываем внутрь бочки. А в эти кастрюли будем его разливать уже в жидком виде. А, вот прям в эту бочку, да? Представляете, а сколько здесь литров металла? Где-то 70 литров. Но этого хватит только для начала шоу. Пока артисты выступают, здесь продолжают плавить металл. На одно выступление нужно где-то 300 литров. А вот я смотрю и, собственно, сам металл. Где вы его берете? Вы покупаете металл? Или собираете где-то на каких-то отстойниках, мусорниках? Скупаем металлолом. А что нужно? Сталь, чугун? Лучше всего чугун. А вот это что такое? Это плавленый чугун, который остался с прошлых выступлений. А, вот, друзья, когда что-то ляпнули на стену, оно застыло, и вот батарея превращается вот в такую тяжеленную чугунную штуковину. А вот это, друзья, радиаторы старые, которые есть основой этого шоу. Этот нехороший человек мне на ногу батарею уронил.
Помните знаменитый фильм? Так вот, здесь батареи на ноги роняли когда-нибудь? Нет, не было такого. Перед тем, как забрасывать в котел, мы разбиваем их на мелкие кусочки. Что за мельницы такие, чудо, а? Это еще один элемент нашего шоу. Называется «Игра драконов». Здесь мы используем уголь и железные опилки. Когда уголь сильно разогревается, металл плавится и разбрызгивается в разные стороны. Очень красиво. Вы знаете, например, когда шашлык мы готовим, то нужно раздуть уголь, чтобы он разгорелся сильнее. Вот здесь тот же эффект. Уголь разгорается, металл плавится, искры разлетаются. Ничего себе! Вот здесь можно рассмотреть даже, что есть стандартный мотор, цепной привод. Это вот такой вот салютный вертолет. А вот это зачем? Это муляж. Актер крутит это колесо. И зритель думает, что лопасти раскручиваются вручную. А на самом деле здесь работает двигатель. Но раньше мы крутили именно вручную. А сейчас мы с вами знаем секрет. Зрители смотрят, видят, мужик стоит, крутит. А пропеллер крутится, как у вертолета. На самом деле крутит мотор, а это просто муляж. И вот еще что-то вижу, тоже такое примитивное достаточно. Какая-то лопасть вертолетная такая. Здесь что будет? Это наша самая новая разработка. Мы сейчас ее усовершенствуем. Хотим, чтобы она не только крутилась, но и опускалась. Сразу две функции выполняла. Друзья, внимательно вслушайтесь. Во времена, когда запускаются в космос ракеты и появляются суперэлектрокары, которые тоже по космосу дрейфуют, здесь новая разработка. Это вот сваренные куски металла и в одном положении, как крыло самолета. Во втором положении, как лопасти вертолета. Вот такие чудеса, друзья, мы сегодня с вами увидим. Сейчас мы посмотрели с обратной стороны, уже темнеет. Скоро начнут собираться зрители? Конечно. А тут, кстати, продолжается процесс. Здравствуйте, можно поздороваться с железным человеком? Этот, на первый взгляд, простой работяга – самый легендарный участник шоу – Мастер Ли. Только он умеет разбивать расплавленный металл голыми руками. Вы сегодня будете голыми руками трогать металл? А как же? В чем секрет? Почему вы трогаете металл, а рука не сгорает? Никакого секрета нет. Это практика. Я уже 5 лет постоянно тренируюсь. А в чем заключается ваш трюк? Я так понимаю, вы тут герой номер один. Как вы металл трогаете рукой? Вы руку опускаете или бьете по металлу? Что происходит? Бью, как в бадминтоне. Я беру вот такую маленькую ложку, набираю жидкий металл. Получается чуть больше горошины. Сейчас покажу. Представь, что это металл. Я подбрасываю и разбиваю. Получается фейерверк. Фантастика, друзья. Настоящий железный человек. Расплавленный металл – это сумасшедшая температура. Как выдерживает кожа? Какая-то, может быть, у вас есть смесь специальная. Мне уже приходилось в моей карьере «гореть» в кавычках. Мы снимали фильм в Бразилии. И для того, чтобы я горел, меня обмазывали полностью гелем специальным, как и актеров в кино, который не дает обжигать кожу. Надевали на меня костюм, как на автогонщика, который тоже минуту держит горение, и тело не чувствует жар. Я горю, 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 горю. И только таким образом я мог гореть. А вы говорите голой рукой. Как голая рука не чувствует металл? Я ничем не мажусь. Первые года 2-3 я постоянно обжигался. Были и волдыри, и шрамы. Все как у всех. Сейчас их уже нет. Научился. Впечатляет пока. Даже страшно немножко слушать. Главное, чтобы был очень короткий контакт с металлом. Миллисекунды. И очень быстро убирать руку. Я слышал о таком понятии, как эффект Лейденфроста. И он говорит о том нам, что при коротком контакте образуется микрослой пара. И вот за счет этого микрослоя пара нет ожога. То есть, если действительно контакт очень-очень короткий. На этом основано? Да кто его знает? Мне мой учитель рассказал о секретах этого трюка, а потом годы тренировок. Тут важен опыт и техника. Обычные люди точно себе руку прожгут. Вот так вот, друзья, настоятельно всем рекомендую. Я еще сам не видел этого процесса, мы пока с вами только в теории узнали про эти чудеса. Не рекомендуем повторять дома, не рекомендуем играться с раскаленным расплавленным металлом. Это опасно для жизни, действительно. До выступления осталось меньше часа, а подготовка все еще не закончилась. Она в самом разгаре. Железные люди уже начали разогревать котел для плавки металла. Актеры переодеваются в традиционные сценические костюмы, которые должны еще и защищать от раскаленного металла. О, вот, друзья, подсобочка. Это полка со спецодеждой, да?
Да, здесь у нас головные уборы. Ого, так это шлем, друзья. Конечно, вот смотрите. Вот тут каска классическая. Есть кожаная такая часть, которая закрывает шею. И есть стекло, которое опускается, чтобы не спалить глаза. Но это, я так понимаю, для других номеров, не для моего, да? Это для самых опасных выступлений. Можно примерить? Вот так вот, друзья. А шляпы соломенные зачем? Что они дают? Это традиционная шляпа. Ее надевают, чтобы голову не обжечь. Вы хотите сказать, что соломенная шляпа выдерживает температуру 1500 градусов? Она отлично защищает. Искры просто скатываются по соломе. А летом мы их замачиваем в воде и надеваем мокрыми, чтобы не сгорели. Вот смотрите, то есть вот здесь видны следы. Вот видно, что прожигали, что некоторые кусочки не так быстро скатывались. Оно все в таких точечках. О, вот здесь по этой шляпе вообще хорошо видно. Видите, она вся прожженная. Ух ты, вот видите, вся прогорела. Да уж, назвать это спецодеждой язык не поворачивается. Понятно, что 100% защиты такой костюм не дает. Но это традиционная униформа железных людей, которая не менялась веками. Итак, чтобы не сгореть под дождем из металлических искр, нужно надеть джинсовую куртку, чтобы не прожечь пуховик. Сверху надеть жилетку из овчины, замшей наружу. Надеть на ноги кожаные чехлы, чтобы минимизировать вероятность прожигания ноги. Это исключительно для того, чтобы сберечь кроссовки или чтобы не прожечь ногу в случае чего? Это защита от брызг. Если ты прольешь металл на себя, эта кожа не спасет. И заправь под штанину, чтобы искры не залетели. Надеваем пояс. Это обязательный элемент декора. Так, и обязательно шляпу. Видите, такая вся прогоревшая. Но сначала очки, потому что я должен быть и в очках, и в шляпе. Защитная кепка. Вот такой примитивный огнеупорный костюм. Вот так вот. И традиционная шляпа. Так, я практически готов. Мои перчатки подойдут, да? Нет, конечно, они сгорят. Вот эти возьми. Мои не годятся. Надо надевать кожаные перчатки, которые не дадут рукам сгореть. Видите, какая прогоревшая перчатка? Это, похоже, кто-то взялся, да? За что-то горячее. Это так жидкое железо прожгло. Сколько лет ты уже работаешь здесь? 3 года. Обжигался сильно? Я даже не сосчитаю, сколько раз. Ну вот, друзья, теперь я полноценный член команды искрометателей, железных людей. Тех, кто делает альтернативный салют, которому 1000 лет. Салют из раскаленного металла. В такие эмоциональные моменты очень хочется поделиться эмоциями со своими родными и близкими. Сделаю селфи и отправлю жене. Вот так, вот в таком наряде. Она меня не узнает. Вот так вот, класс. Здорово. Так, есть. Фотки жене отправлены. Благодаря роумингу от Kyivstar я всегда на связи с родными, и они всегда знают, где я нахожусь, что делаю и как выгляжу. Это здорово. Найдите свой идеальный роуминг и всегда будьте на связи с родными и близкими. Для них это очень и очень важно. На улице мороз, а у нас за сценой жара. Мои коллеги готовят главный материал для шоу. Куски металла забрасывают туда. Уже нужно надевать очки на всякий случай. Вот, мы бросаем в печь. Температура в ней 1800 градусов по Цельсию. Включили поддув. Вот, обжигают ложки. А зачем вы разогреваете ложки? Обожженная ложка не сгорит сразу. Бери свои, тоже обжигай. Вот, мне передали 2 ложки, их нужно обжечь. С этими ложками я буду работать. Если честно, друзья, то жарит от этой печи так, что несмотря на мороз, мне уже не то, что не холодно, мне жарко реально. Железо плавится при температуре 1538 градусов по Цельсию, а котел разогревают еще сильнее. Ощущение, что ты стоишь возле кратера вулкана. Но температура лавы на 400 градусов ниже расплавленного металла для китайского фейерверка. И местным кочегарам важно беспрерывно плавить его до окончания шоу. Вот здесь находится мотор, дует воздух, и за счет этого кокс, каменный уголь, раскаляется до невероятной температуры и плавит металл, превращает его в жидкость. Давайте посмотрим, как там зрители, собрались уже или нет. О, уже начинают собираться зрители.
рассаживаются по своим местам. Красивая иллюминация. Холодно, но люди закутались. И вот уже ждут нашего появления. До начала шоу остается несколько минут. На сцену выносят декорации. Вот сейчас на сцену вытаскивают такие жаровни для того, чтобы просто украсить сцену. И вот-вот мой выход. Мы с Саней думаем, как снимать, потому что это очень опасно. И на Сашу может попасть раскаленный металл, поэтому Саша будет стоять где-нибудь здесь, далеко в стороне. И мы попросили местного оператора, который работает в этом городе, снять меня еще со зрительской трибуны. Друзья, если честно, я очень нервничаю. Нервничаю по разным причинам. Во-первых, действительно, несколько сотен зрителей будет смотреть на мою работу. Я буду делать это впервые. Во-вторых, я буду работать с раскаленным металлом. Смотрите, просто течет металл. Нужно будет свежий металл максимально быстро забирать. Как только струйка потекла, наполняем емкость и побежали. Такая струйка может прожечь кожу до кости или как минимум оставить сильнейший ожог. Потек металл как из крана просто. Отойдите отсюда. Здесь опасно. Просят отойти чуть-чуть дальше, потому что уже опасное расстояние. Вот, мужики размахивают разгоряченными ложками. Течет жидкая сталь. Все практически готово. 5 минут до начала грандиозного шоу с тысячелетней историей. Здесь 2 отделения, друзья. Первое отделение – антракт, как в театре. И второе отделение. Я открываю второе отделение. Вот. Внимание! Старт! Выходит флагоносец. Вот, выходит человек с углями. Выходят те, кто лопатками будут разбрасывать сталь. Команда представила себя, и сейчас начинается первая часть шоу. Посмотрите, что может вручную сотворить человек с помощью обычной лопаты и жидкого металла. Один подбрасывает жидкое железо, а второй отбивает его лопатой. В итоге получается просто фантастический фейерверк невероятных масштабов. Настолько впечатляющий, что сложно поверить, что это дело рук всего 2 людей. 1000 капель жидкого металла падают прямо на артистов. Они без преувеличения – железные люди. Во время такого номера опасно находиться даже за сценой. Ну, смотрите, друзья, аж до сюда долетает. Ой, господи, аж за сцену летит. Каждый удар по металлу – это взрыв искр. Хорошо, что артисты в шлемах. Соломенная шляпа здесь бы точно не спасла. А за сценой уже разливают металл для следующего номера. Все рассчитано по секундам. А вот тем временем на сцене уже появились кое-какие декорации. Выкатили бочку с раскаленным металлом. Сейчас будет выступать наш знакомый, легендарный мастер Ли, который в буквальном смысле приручил раскаленный металл. Вот он показывает голые руки. Сейчас голыми руками будет отбивать металл. Набирать его ложкой, как он нам рассказывал, и разбрызгивать. Рукой прямо. Он просто рукой отбивает. Вот еще раз набирает. И рукой просто, голой рукой. Фантастика. Прямо до нас долетают кусочки металла. Я в это не верил. Ну вот, на моих глазах это происходит. Происходит так, что аж страшно даже. Потому что это летит металл, температура как, которого 1500 градусов, больше даже. Аплодисменты. Это реально круто. Сразу после неуязвимого мастера Ли начнется мой номер со стеной. Скажу честно, я очень переживаю. Время бежать за сцену. Диадская работа столяров не прекращается ни на секунду. Они как раз наполняют металлом котелок для моего выступления. Вот, смотрите, друзья, наливают металл, накреняют печь, и металл течет. И он жидкий, как вода. Сейчас надо осторожно не мешать. Это очень тяжелый металл, потому что, представьте, это не кастрюлька воды, это кастрюлька металла. Смотрите, полная чаша металла. Сейчас будет мой номер.
Вот я буду делать так же. Смотрите, что он творит. А просто фантастика! Я не верю в то, что я вижу. Это удивительно. Такой невероятный салют создает всего один человек. Вручную. Он просто без остановки льет из ложки на стену жидкий раскаленный металл, который распадается на тысячи капель, а они разлетаются на десятки метров во все стороны и падают человеку на голову и плечи, пока его не сменит напарник. Но зрители этого не видят. Со зрительских мест виден только фантастический фейерверк и облака из золотых искр. Вот, смотрите. Один человек творит вот такое шоу. И люди по очереди друг друга сменяют. Столивары подносят все новые и новые порции огненной жидкости. Артисты без остановки поливают стену металлом, не обращая внимания ни на горящие ложки, ни на огненные брызги, которые падают на них. Ослепительное зрелище. Но участвовать в такой авантюре без преувеличения страшно. Опыта у меня никакого. Лишь одна тренировка на воде. А из защиты – овечья жилетка и соломенная шляпа. Но обратного пути уже нет. Я обязан выйти. Если я допущу ошибку, то рискую получить сильнейшие ожоги. И к тому же меня сразу прогонят со сцены. И мое участие в шоу на этом закончится. Твой выход. Все, моя очередь, я побежал. С металлом совсем не так, как с водой. Первый же взмах ложкой, увы, проходит вхолостую. У меня не получилось. Металл не долетел до стены, упав раньше и не разлетевшись на тысячи искр. Вторая попытка тоже сомнительная. Я понимаю, что сейчас меня прогонят, чтобы я не испортил шоу и репутацию организаторов. В этот момент, забыв про страх и безопасность, я вкладываю в третий бросок всю силу и начинаю очень энергично выплескивать на стену ложку за ложкой. И происходит настоящее чудо. Ложка горит! Это была фантастика. Первый раз у меня не получилось. Друзья, я как будто бы сейчас был где-то в параллельной реальности. Я опускаю эту ложку, кидаю, чувствую невероятный жар, и вокруг меня салют таких объемов, которые сложно себе представить. Это действительно незабываемый опыт. Возможно, это самое яркое, что я делал за всю историю нашей программы. Это круто. Вы подарили мне нереальные эмоции. Вы подарили мне такой детский восторг. Давно так у меня сердце не билось искренне. Как у меня получилось? Ты молодец. Для первого раза хорошо. Хотя первая ложка у тебя не получилась. Я так испугался, я промахнулся. Первая ложка и ничего нет. Я думаю, все. Сейчас вы прогоните. Я думаю, все. Мне уже плевать на все. Я терминатор. И я стал просто вот так вот, вот так вот. И пошло. И слушайте, засветилась вся сцена. Я не верил просто. И чем сильнее ты бросал, тем красивее получался фейерверк. Но это я уже от безысходности делал. Когда, вот вы знаете, выходите на сцену, и первый раз не получилось. Я не хотел уходить со сцены опозоренным. Если бы у тебя еще раз не получилось, мы бы тебя заменили. Вы представляете? Когда у меня первый раз не получилось, то меня вообще хотели прогнать. Я успел вовремя сориентироваться. И это, вы знаете, уже просто была такая последняя попытка отчаяния. Я думаю, плевать на все, обожгусь, не обожгусь. И стал со всей силой размахивать, и небо расцвело. Это фантастика. Спасибо большое. Это еще не все. Дальше будет номер с деревом. Тебе в нем участвовать нельзя. Очень опасно. А потом снова твой выход. Только самые опытные мастера работают с деревом. Этот номер очень опасен. Жидкий металл отскакивает от каждой ветки, эффектно разлетаясь во все стороны, словно падающие огненные цветы. Понятно, что меня не допустили. Вы посмотрите, почему сгорают шляпы. Он стоит просто прямо под деревом и бросает вверх этот раскаленный металл. Берут ложкой, набирают и снизу бьют палкой. Он взлетает вверх. И посмотрите, разлетается на мелкие-мелкие кусочки. Это фантастика просто. Мы видим, как по их шляпам стекает этот жидкий металл.
Но все возвращаются целые, видите, нормально. Друзья, если будете в Китае, если будете в Пекине, не поленитесь, заедьте сюда. Такого, вот честно вам скажу, мы столько объехали, но это опасная, действительно мужская работа, очень рискованная для настоящих мужиков. Меня позвали готовиться к следующему номеру с теми самыми мельницами, которые мы видели раньше. А, вот, друзья. Ты будешь крутить. То есть это вот та самая имитация. То есть работать будет на самом деле мотор, а я буду крутить, создавая видимость, что это в древние времена и это ручной привод. Вот такая роль. С этим я справлюсь. Ты слишком быстро крутишь. Крути как бы с усилием. Делать вид, что мне тяжело, да? Отлично. Вот. Это шоу, друзья. Это шоу. Все, поехали. Выкатываем установкой на сцену. Фейерверк постепенно набирает обороты. И хотя в данном случае его масштаб от меня не зависит, я стараюсь изо всех сил. Подыгрываю. Друзья, сегодня один из самых счастливых дней в Китае. Это волшебное ощущение. Через минуту мельница начала разбрызгивать мощный поток обжигающих искр очень сильно. А я оказался в самом эпицентре. Волшебное ощущение, друзья. Только у меня уже несколько раз было ощущение, что меня обожгло лицо. Останавливаем. Я крутил фейково, но я так устал, так натуралистично играл, что еле дышу. Искры попадали некоторые на одежду, аж видно было, как горят. Поэтому часть выступления я так закрывался шляпой. Жар такой. Вот это мужская грубая работенка. Несколько раз обожгло лицо. Сань, посмотри, пожалуйста, со всех сторон. Я нигде нет ожогов. Нет, вот нет. На адреналине люди ожогов не чувствуют. Меня, как первого иностранного участника шоу, попросили поприветствовать зрителей в финале шоу. Правда, на китайском языке. Это будет ого-го. Мне сказали на китайском языке записать текст. И, естественно, по-китайски я писать не умею. Я напишу просто в транскрипции. И я должен буду поблагодарить зрителей. Та-дзя-хао. Всем привет! Та-дзя-хао. Волайця Укелайн, я из Украины. И в конце скажи ура. Все, пора бежать. Та-дзя-хао. Ва-цяо Дима. Ва-лай-дзе Укелайн. Сие-сие-дай-дзе. Бензин Чанчен Дикхуа! Ура! Это было волшебно, незабываемо, феерично действительно, искрометно в прямом смысле слова. И очень горячо! Горячее не придумаешь. Команда простых мужиков делает такую опасную работу, даря людям радость, эмоции, позитив и счастье. Спасибо, мужики, вообще, вы просто волшебники. Вы... Руки покажите. Смотрим руки. Где ожоги, где ожоги? Понюхай. Есть запах горелого мяса? Я даже, если бы вы были девушкой, поцеловал бы руку. Но не буду. Глядя на то, что вы делали, вы знаете, мне больно было смотреть. Мне казалось, что здесь будет сейчас стейк такой вкусный. У вас целые руки, друзья, посмотрите внимательно. Ни одного ожога, ни одного. Так многолетний опыт же. У него даже кличка «Металлические ладони». Ну что, «Металлическая ладонь»? Я считаю, что Арнольд Шварценеггер нервно курит в сторонке. Он, во-первых, не по-настоящему плавился в фильме, а во-вторых, я не думаю, что он на такое бы решился. На то, на что решаетесь вы. Я же по-настоящему. И самое смешное, «Терминатор» в итоге все-таки расплавился. А вы не расплавляемый. Вы герои. Настоящие герои. Для всего вашего коллектива, вот для этой подсобочки, я приготовил подарок.
Это оберег украинский. Он будет находиться здесь и оберегать всю вашу команду от ожогов, от любых форс-мажоров и от любых травм. Чтобы никогда никто не пострадал, а зрители всегда были счастливы. Это подарок вашей команде. И вручаю я его не руководителю, не директору, а вам, как самому главному герою-терминатору. Спасибо огромное. Вот. Ну что, давайте посмотрим еще, как одежда у кого. У вас прожженная. Так, да, вся в дырках, смотрите, джинсовая куртка, вся в дырках. Вы куртки меняете раз сколько выступлений? Как только сильно прожгу, меняю сразу. У вас прожженная? А, тоже сверху все в дырках, прожженная. А, вы директор, конечно, у директора прожженная быть не может. А я работник. Прожженная? Да. О, видите, друзья, подтверждение и доказательство, что я тоже потихонечку становлюсь настоящим салют-меном. Уже первая дырка есть в одежде. Это значит, я в команду посвящен. Классно. Точно. Оставь себе на память. Не выброшу никогда. Теперь эта дырка будет мне напоминать всегда об этом шоу. А мы с вами сейчас восстановим потерянные калории. Вы сало пробовали когда-нибудь? Нет. Чтобы показать вам, что это любимое украинское блюдо, я покажу, как его люблю я. Для меня это просто фантастика. Огонь, да? Нормально, вкусно. В вашей работе огонь – это привычно. Спасибо большое за честь. За честь быть одним из вас один день. Спасибо большое. Приезжай еще. Приеду еще. Обнимаюсь. Эти люди достойны восхищения. Несмотря на то, что каждая минута шоу связана с огромным риском, они продолжают хранить древнюю китайскую традицию и создают уникальный праздник для людей. Дарят настоящую сказку, которая без этих железных людей давным-давно осталась бы только в книгах про историю салюта. Именно эти люди не дают огненному шоу уйти в историю, сделав его частью современных традиций Китая. Программа «Мир наизнанку» не устает показывать вам настоящих супергероев, которые живут среди нас с вами. Вы тоже это видели? Реально, черенки от лопаты. Мы обязательно познакомимся с мастерами древних боевых техник. Они могут одолеть быка голыми руками. И поохотимся со змеиным королем прямо в центре суперсовременного Гонконга. О, видим, друзья, смотрите, вот это кобра, который раскроет нам все свои секреты общения со змеями. Вот так вот. Друзья, честно говоря, выглядит устрашающе. Саня, а ты боишься? Нет. Не боишься? Но мне кажется, ты боишься. Можем проверить. Как проверим? Как докажешь, что не боишься? Давай пульс померяем. Давай. Друзья, эксперимент. Саня сейчас докажет, что он не боится. Отважный парень. Так, передавай мне камеру. Я держу змею и беру камеру. Вот Александр Дмитриев. Плавно бери змею вот так вот здесь. Крепко держи. Держи крепко, крепко, крепко. Выпустишь, укусит. Как ты хочешь померить пульс? Мои смарт-часы измеряют пульс. Если мой пульс участится, значит, я боюсь. Если нет, то не боюсь. Ну, проверяем. В этих часах стоят датчики, которые меряют пульс с точностью 98%. Если будут какие-то сбои, то мне сразу придет уведомление на приложение на телефоне. Ну, как твой пульс? 66. Ну, отлично, ты не испугался. Молодец, давай змею обратно. Смотрите в следующей программе. Сегодня выпуск сенсационный, потому что либо мы сделали интервью с Буддой, либо ведущий сам по себе Будда. Мы отправляемся в самую таинственную часть экспедиции. Ты в прошлой жизни тоже был монахом. Какие секреты скрывают китайские горы? Внезапно глыба улетела вниз. Он разбился. Как китайцы прорубили себе окно в мир? Сколько поломанных рук было за историю строительства? Не смогу даже посчитать. Здесь мы почувствуем на себе все тяготы Поднебесной. Да при коммунизме все равны, но кто-то равнее. Мы узнаем, как китайцы ждут пришествия нового Будды и верят, что в ближайшее время он сможет изменить мир, остановив все кризисы, проблемы и катаклизмы. Почувствуй особенность этого момента и силу этого места.